Даже в стаде баранов найдется козел отпущения, а среди серой массы всегда будет сиять хоть один санцеликий мастер. Приветствую вас, грациозные кашалоты! С вами Федорович, а в этом видео вы увидите такое, от чего ужаснетесь, но обязательно захотите изучить. Уступай дорогу дуракам и сумасшедшим, а если они не хотят идти дальше и хватают тебя за твое наследие, в принципе, как это делают все авторитетные гопники района, тогда тебе точно пригодится этот невероятный прием, с помощью которого ты станешь легендарным дворовым бойцом, ибо эта техника способна защитить не только от захвата за бубенцы, но и от удара по ним. Ведь точно так же ты можешь схватить натренированными колокольчиками ногу противника, которой он тебя ударил, и сломать ее к херам. А еще находятся чудаки, которые говорят, что рестлинг — это шоу. Попробовали бы сначала выжить после таких приемов. Если вы думаете, что оружие настоящего ниндзи — это сюрикены, нунчаки или катана, ну или какое-то еще другое страшное название, то очень зря. Потому что настоящий мастер может использовать в качестве оружия все, что захочет. Даже газету или журнал. This is a rolled up magazine. It can be used for striking, thrusting. Very effective against an attacker in close quarters. And bear in mind that the bone structure can be damaged and death can result. Поджопник — это тот же подзатыльник, только для жопоголовых. А ниндзя — это тот же маньяк, только с газетой. Вы только посмотрите на эти невероятно жестокие, коварные и ужасные удары. Чего только стоит удар скрученной газетой в задний проход, от которого не только заплакать, но и умереть можно. Конечно, мой дед, сидя на табуретке и уничтожая скрученной газетой десятки мух, говорил мне, что он не просто дед, а седовласый мастер. Но я даже не подозревал, что газета — настолько опасное оружие. Не бойтесь этих газетеров. У меня для вас есть решение вопроса. Вы можете не вступать с ними в бой, а запугать их на расстоянии, перебив с десяток кирпичей, как мастера в этом видео. Just keep it right there, bro. Don't let it move. Just keep it right there. Гуса! Гуса! Молчание — это единственная вещь из золота, которую женщины не любят. А сила и настойчивость — это единственное, что может превзойти здравый рассудок. Великий мастер Перебивон никак не смог одолеть доску, поэтому он решил на следующий день одеть кимоно в надежде, что оно даст ему силу. Но зря, ведь этот глупец забыл, что великую силу дает только камуфляж. А этот мастер стальной ладони решил установить новый рекорд по перебиванию кокосов и собрал целую съемочную группу для этого. Правда, мастер забыл, что для рекорда нужно перебивать настоящие кокосы, а не бумажные. Поэтому тупо сломал руку, так и не перебив ни одного кокосика. Усердие – мать успеха, а хитрость – мать мастерства. Чтобы прославиться великим мастером, не нужно делать великие дела. Нужно всем показать, что ты хотел эти дела сделать, а сделать так, как получится.
Главное, чтобы эффектно. Если вы хотите расстаться с женой, которая вам надоела, просто попросите ее подержать вам доски, которые вы собираетесь перебить. Когда мастер пивного живота решает поразить подругу своим мастерством, обычно получается лишь поразить ее ухо своей ногой и порвать себе штаны. А вообще, если вы не хотите ранить свои нежные ручки, предназначенные только для клацания по мышке и откручивания крышки от бутылки с пивом, тогда вам точно пригодится эта техника небесного взмаха, ломающая кирпичи на расстоянии. Не стоит учить карася плавать, а мастера делать приемы. Ибо мастер сам знает, что свои приемы он может делать только на учениках. Потому что остальных жалко, он же может их просто убить. Женщина должна знать себе цену, но никогда ее не называть. А мастер должен уметь делать невероятные приемы, но никогда их не показывать, особенно в реальном бою. Ибо мастер не может вступать в бой, пока противник не стал его учеником, а его противником может быть только ученик, так как только он может понять и осознать всю силу настоящего мастера тай-чи в бою. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какую технику для сегодняшнего похода в кабак у дяди Васи выбрали вы. А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи вы можете, став спонсором канала по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Все, спокойствие, спокойствие. Защита! Нога же держит, раз-два. Переваривай. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Могу ребро вот так вот просто взять, вот так вот, и ребро вот достать у человека. И этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да? Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи.